Не в первый раз жильцы многоквартирного дома по улице Тербата, 46 в Юрмале, вместе обсуждают самый острый для них вопрос – трехзначные суммы в счетах за аренду земли под домом. Участок, принадлежавший до 2012 года Юрмальской думе, на правах совместного владения, обрел нового хозяина. Дума проиграла судебное дело акционерному обществу «Пилсайтес Земес Денест», с которым делила права на землю под домом и вокруг него. По результатам срочно проведенного аукциона спорный участок перешел в собственность частного лица. И жильцы получили извещение об оплате земельной аренды, включая всю прилегающую территорию, за 10 прошедших лет. Это десятки сотен евро от каждого квартировладельца. Люди возмущены, особенно негодуют пенсионеры. За 8-й год где это видано? Не было вариантов. Подождите. Честное слово. Исправно платя все эти годы земельный налог Думе, владельцы квартир не только не были приглашены на аукцион заранее, но узнали о его проведении за пару дней до начала так называемых торгов. Так называемых, потому что участок перешел в собственность нового владельца за подозрительно малую сумму – 25 тысяч евро, в разы меньше кадастровой стоимости. В соответствии с законом о приватизации государственных и муниципальных жилых домов, владельцы квартир имели право первой руки на покупку земельного участка. Но во время проведения аукциона старшему по дому прямо заявили, что все уже решено. Юрмальская дума попросту сбыла с рук землю, не приносящую прибыли. Аукцион мы выиграть не могли, так как там еще присутствовали 3 фирмы, которые хотели купить. И если даже мы назначили бы свою цену, да, они бы по-любому нас перебили бы. Потому что мне конкретно сказали, звать вас никак, и вы вообще никто. И вы не имеете ни первой руки, ни первого голоса, ничего. И еще один нюанс этого абсурда. С 2008 года в доме во многих квартирах сменились хозяева. Кто-то въехал сюда 3 года назад, кто-то 2, а кто-то и вовсе только год. Перед покупкой люди проверяли отсутствие долгов за квартиру и со спокойной душой приобретали недвижимость в Юрмале. И вот теперь новые владельцы, которые к предыдущим арендным обязательствам никакого отношения не имеют, получают счета за все предыдущие годы. Закон меня обязывает, закон, скажем так, угрожает мне, что если я не буду выплачивать там пени, выселят. Квартиру мы по-любому брали в кредит, то есть у меня несостыковка в голове от несправедливости, почему я должна платить. Единственное, на данный момент, что мне удалось выяснить и добиться, что Юрмала-Снамсаймникс, как сторона-посредник, да, позволяет еще, ну, при условии, что я еще одно усилие сделаю в их сторону, выплатить только за 3 года, и то, которых я здесь тоже не жила. Хозяйские интересы представляет частная управляющая компания «Юрмала-Снамсаймникс», якобы из самых благородных побуждений. Ранее фирма принадлежала Думе и еще в то время получила от самоуправления право выставлять жильцам счета за аренду городской земли. Когда земля стала частной, большинство жильцов дома такие права «Намсаймниксу» не делегировали. Но похоже, что управляющей компании выгодно быть посредником между хозяином земли и владельцами квартир. Мы считаем, что это соответствует закону, и так и действуем. Ну, ситуация, конечно, я не завидую этим жильцам. Это так есть, да, но они должны этот вопрос решать с предыдущими хозяевами этих квартир. То есть это с теми, от которых они покупали эту квартиру. При площади участка земли под домом в 1000 квадратных метров жильцов обязывают платить еще и за прилегающий к дому с одной стороны лесок, а с другой – проходной двор. Подготовленное ходатайство об изменении границ участка до территории непосредственно под домом легло под сукно у чиновников Думы, тех, кто загнал жильцов в финансовую западню. Юристы готовятся защищать права владельцев квартир в суде. Коммерческий закон определяет максимальный срок взыскания задолженности всего в 3 года, а Юрмала-Снамсаймникс – коммерческое предприятие, следовательно, оно подпадает под действие коммерческого закона. Перед выборами в Думу ныне правящие депутаты раздавали громкие обещания заботиться о благе жителей города. На деле же сегодняшние слуги народа теряют всякий интерес защищать права рядовых жителей, если дело требует ответственного и бескорыстного служения своим избирателям.